своей страной. Вы знали, он не был супергерой. Сегодня я игрок, мой друг со мной. Люблю тебя, Петра Творения, люблю твой строгий, стройный вид. Невыдержавное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей, прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей. Уважаемые тинокандалаки, есть огромные сомнения насчет того, как вы отжимались на брусьях. Мне кажется, вам помогали, потому что ваших ног не было видно. Попробуйте отжаться вот так. Читаю без лампады, ясны спящие громады пустынных улиц и светла адмиралтийская игла. И не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Ты уже ел? Нет еще? Сейчас я подтянусь. Тиман. Меня часто спрашивают, что нужно для того, чтобы нравиться женщинам. В первую очередь, нужно уметь улыбаться. Привет. Ночного города. Правильный маршрут, он здесь на вес золота. Где-то меня ждут, но там быть нету повода. Сегодня мой попутчик критик. Чувство голода потерян или найден. Уже отец и сын. Пиццу, спагетти, салат, сырники. Выпил литр кваса и закусил шоколадным фондантом. Друзья, мне плохо, плохо, но не стыдно. Салют всем нашим в Лондоне. Увидимся сегодня в 21:30 на моем сольном концерте в Троксе. Но ты считаешь, что дается легко, и что мне сердцу просто так повезло, и что в успехе моем кроется зло. Мне постоянно выпадает зеро. А кто не любит вятский квас, тот походу... Вид на весь город, призрак взорвет отчасти. Только дай повод, все улыбаются вокруг, но в глазах голод. Представь все это, хотя бы на момент, что твою руку навстречу жмет президент. 29 мая, Space Moscow, братуха. Ты один с деньгами приходи, мы тоже одни придем. И за Россию, матушку, поднимаю тост. Вот так, будет с каждым хейтером. Братух, объясни мне, кто работает в Бургер Кинге и постоянно всех выгоняют и дают бесплатный код? Слышь, весна, ты чё такая мерзкая, а? Что это за тёлка? Эй! 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 Дорогие друзья, я хочу сделать официальное заявление. До начала старта тура ГДО осталось ровно 10 дней. Увидимся.
Осталось меньше 20 часов до официального старта тура ГТО. Мы готовы, мы готовы, мы готовы, как никогда! Поддерживать друг друга. Дай, давай 5 за каждое повторение. Тем самым подбадривать друг друга, друзья. Аплодисменты! Ассалам алейкум, Дагестан. Ассалам алейкум, Ингушетия. Я жду всех 16 июня в городе Грозный, в Колизее Грозный, на своем сольном концерте. В этом году я дам свой лучший концерт. Кавказ, встречай. Она молча дула губы, изучая Forbes, Биркин Лабутены, аккуратный нос, Бентли на парковке, на пальце нет кольца. Любой залетный зверь сам выйдет на ловца. А я сказал, послушай, нет смысла даже начинать. Я заберу тебя из блядства, но блядство из тебя мне не забрать. Кимена бабек, кимена бэк, тамана кимена бэтэмэн, тэмэна фэт, фатэмэн кимена самэна сэт, фэтэмэна клэт, катэмэ глэт. Это Кара Жилдыз, МС Салубек. Я вызываю тебя на баттл. Силы мысли. Я вызываю тебя, Драник. Драник. Какой-то цыган. Это какой-то цыган. Драник, ты оказывается сырник. Вся наша команда, команда, поехали, команда. Поехали. Летим к тебе, Омск. Да-да. Живу на полную катушку и так буду жить всегда. Да-да. Да-да. Сегодня Франческо Пианетто дерется с Русланом Чигаевым. Я в срочном порядке вылетаю в город Магдебург, Германия, чтобы поддержать Руслана Чигаева. Болеем за наших. Я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу над лодкой. У меня теперь новая прическа. Озеро в лесу. Oh, my God.
A nigga finna get loose. Huh? A nigga finna get loose. Huh? A nigga finna get loose. Huh? A nigga finna get loose. Where you from? Where that at? Where you at? Или надо еще раз отвечаю. Вот это по кайфу тема. Волшебный эффект Пано. Тимур Ильдарович, вставайте, мы уже на Ибице. Спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения. Я вас вижу. А также я вижу всех, кто меня не поздравил. Я вас запомнил. Что-то холодно у вас в Пятигорске, реально. Элван одевает пиджак. Конечно. Пятигорчане, пятигорчанки. Согреемся вечерочек. Пятигорск. Все, все, что ты снимаешь? Что с тем он вступил в переговоры? Во мне убить, во мне вольно. Вы сгорите в огонь. В этом вся суть иронии. Просто маленький пазл. В этой вечной симфонии. Извините сами себя, а я достигну гармонии. Да. Картошку, огурец, колу, салфетку. Кара жылдыз уйге кайтып келді. Рахмет. Пару слов на сон грядущий. Я не накуренный, не пьяный, и мне совсем не скучно. Я просто умею быть собой. Чего и вам желаю. Спокойной ночи. Сдохни, жирный! Дорогая, ты часто спрашиваешь, думаю ли я о тебе или нет. Ты знаешь, если бы каждый раз, когда я думаю о тебе, мне платили бы $100, я бы думал о тебе гораздо чаще. Они не хотят видеть, что ты живешь хорошо. Они не хотят знать, что у тебя дела идут хорошо. Они не хотят видеть тебя в джакузи. Я выспался. Я никуда не опаздываю. У меня хорошее настроение. Я не хочу есть. У меня не звонит телефон. У меня просто все прекрасно и не болит голова. Может, я умер?